МАИБ мотивирует молодых людей добиваться хороших результатов в учебе и впоследствии строить свою карьеру здесь, на родине. На этот раз совместно с юридической фирмой Gladier and Partners банк вручил стипендии за заслуги студентам юридических факультетов. Им было предложено принять участие в конкурсе эссе, получив возможность показать свои знания и навыки в законодательной и правовой сфере. МАИБ рад присоединиться к госуниверситету и команде Gladier and Partners. В МАИБе мы всегда говорим, что хорошо воспитывать сотрудника и видеть его с университетской скамьи. Финалистов конкурса пригласили в здание юридического факультета госуниверситета, чтобы представить свои работы оценочной комиссии. Это хорошая возможность показать еще в процессе обучения, будучи студентом или магистрантом, готовы ли вы к реальной практической жизни. Другими словами, готовы ли вы войти в профессиональную сферу, о которой так мечтали. Экспертная комиссия определила 3 победителей. 2 из них получили стипендию в размере платы за обучение за этот учебный год, а 1 студент получит возможность месяц стажироваться в офисе Gladier and Partners. Я благодарю юридическую компанию Gladier and Partners, партнерам МАИБ, а также юридический факультет. Мы таким образом демонстрируем знания, которые накопили за годы обучения. Участие в проекте для меня был вызовом, и я очень довольна, что смогла достичь ожидаемого результата. Я в начале своей карьеры действительно хочу получить профессиональный опыт, тем более, что юридическая фирма имеет очень высокий рейтинг. Это значит, что задачи, которые мне поставят, очень хорошо повлияют на мое профессиональное развитие. МАИБ поддерживает меритократию, ежегодно награждая студентов с лучшими результатами. Банк также проводит программы стажировок для молодых людей, которые хотят начать карьеру в банковской сфере.